Цена только сегодня! Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну и не забывайте, что специальное предложение дня – это сегодня сапожки «София». Эффектные, красивые. Это бренд Марка, и этим сказано уже все. Сегодня с бесплатной доставкой вы получаете шикарное предложение. Вы получаете только сегодня скидку 3600 рублей. И, внимание, мы дарим вам еще минус 10%, а значит 599 рублей мы вам возвращаем в знак любви и, конечно, дня рождения от телеканала Shop & Show. Ну что ж, мы получаем зимние сапоги от бренда Марка, полностью из натуральной кожи, но натуральной овечьей шерсти внутри, поэтому вы носите их до минус 30 градусов абсолютно смело. Они у нас представлены в целых трех цветах на выбор. Бежевые мы сейчас видим на нашей Светлане. А далее у нас есть вот такой вот коричневый. Так. Вот наш бежевый, который у нас здесь, мы уже погрузили в воду. Посмотри, он красивый, но что у нас зимой на дорогах? Слякоть, мокрый снег, реагенты. И чуть позже мы вернемся к этому эксперименту, давай полюбуемся на черный цвет. Ой, какой красивый, посмотрите, три цвета, достойные, качественная бренд, марка и обувь высококачественная. Наташа, скажи, пожалуйста, как выбираем размер? У нас линейка до 42 размера представлена. Ну что ж, Лен, это линия комфорт от бренда марка, соответственно, берем все четко. Размер в размер. Но вернемся к эксперименту. Наш сапог стоит под снегом, так, под водой, под крошкой ледяной. И на самом деле, самое главное, стык подошвы как раз погружен согласна у нас под воду. Итак, но у нас ведь еще и грязь бывает. Давайте сразу проведем все эксперименты. Итак, специальная обработка от бренда Марка натуральной кожи. Мы можем быть абсолютно спокойны за то, что попали в лужу, потому что наши сапожки чуть-чуть воды, и они выглядят абсолютно идеально. Так. Далее. Наши сапоги все это время стояли в воде. Я беру салфетку. Чистая, сухую, абсолютно как мы сухая. Видим, чистую, и погружаю ее внутрь наших сапожек. Теперь мне нужна будет твоя помощь. Так. Ты видишь, что у нас сапоги абсолютно под водой. Итак. Пожалуйста, бери. Итак, как дорогие, видите, салфетка осталась совершенно сухой благодаря качественному литьевому методу крепления подошвы. То есть нет ни швов, ни стыков, ни соединений. И поэтому ваши ножки останутся всегда сухими. Поэтому, дорогие, вы всегда будете здоровы с такой коллекцией от бренда Марка. Итак, до минус 30. Это обувь, которую выбираете на 5, на 7, на 10 лет вперед. Знаешь, у меня у мамочки были белорусские сапожки, которые она носила 10 лет. Идеальные, нигде не порвались и очень-очень теплые. Поэтому я точно знаю это качество. Итак, внимание, только сегодня один день, скидка 3600 рублей. Только сегодня бесплатная доставка. И только сегодня минус 10% от цены. Потому что день рождения на телеканале Shop & Show и на золотую карту. Мы возвращаем вам деньги, когда вы делаете свои покупки. Наташа, скажи сразу, удобно тебе, комфортно? Очень удобно. Знаешь, мне очень нравится. Они девятой полноты, все-таки линия комфорт для нестандартной ноги. Моя нога стандартной полноты, и голени, и ступни села идеально. Я себя очень свободно там чувствую. Первое, что я хочу замерить, это высоту наших сапог. Поставь, пожалуйста, их боком. Спасибо. А, смотри, высота сапожек 26 сантиметров, практически 27. Отмеряйте от пола, а дальше смотри объем голенища. Это очень-очень важный момент. А, мы уже убедились в том, что наши сапожки ниже самой широкой части голени. Ширина, обхват почти 42 сантиметра. Так. При этом эластичные ленты света даже не воспользовались. То есть, если у вас объем голени 45-46 сантиметров, они сядут. Более того, что еще хочу показать. Итак, девятая полнота. Это значит, если у вас большой объем ступней, если у вас косточка, вот видишь, вот Светина косточка, она находится внутри, увеличенное пространство именно здесь, до девятки, потому что в магазинах вот шестерку, семерку, видите, поэтому вам дают. А здесь натуральная кожа подстроилась, обняла косточку, не сдавила ее, а девятая полнота подарила свободу. То есть, когда вы не пережимаете зону большого пальца, значит, на самом деле вы расслабляете эту косточку, заботитесь о своем здоровье, о своем комфорте. Так что, дорогие, заботьтесь о своем здоровье, а мы будем заботиться о том, чтобы вы делали такие выгодные предложения на
на 5, на 7, на 10 лет вперед. Знаешь, вот я уже не удержалась, рассказала историю, что моя мамочка, еще когда я была беременная, получается, 10 лет назад, купила для себя белорусские сапожки. Говорит, с внучкой гулять. И ты знаешь, она их стала носить везде. И на работу, и в магазины. И сейчас вот очень часто с Дашенькой, потому что там настоящий мех, да, то есть он абсолютно... Шерстяной мех. Да, никакой химии вообще. Это стопроцентная овечья шерсть. Вот мы сразу видим рядом, вот, вот паспорт качества. Мягкий. Вот она шерсть. И мы видим, что это линия марка. Линейка XXL, видишь, это так, увеличенная колодка. Это значит, что у нас 9-я полнота как раз. Удивительно подстраивающаяся под любую ногу. Натуральная кожа и натуральная овечья шерсть. Вот она. И, кстати, на паспорте здесь и написано, что сапоги Софии сделаны брендом марка по немецкой технологии. А мы все знаем качество немецкого производителя. А когда оно соединяется в одних сапожках с почти 30-летним опытом бренда марка, так, белорусского бренда по производству обуви, то мы получаем, что буквально обувь базовая, ну, на века. Слушай, просто. Слушай, я с тобой согласна, дорогие. Скорее, скорее откладывайте дела в сторону и звоните, выбирайте. Как только появляется бренд марка, вот я знаю, жители Новосибирска, Дальнего Востока, Сахалина, где ого-го, какие зимы, они прямо сразу звонят и выбирают. Наташа, вот заговорили о зимах. Очень часто знаю и вижу на дорогах скользят, да, и ножки ломают, и проблемы, вот всякие растяжения. Скажи, будут ли скользить или нет наши сапожки? Многокомпонентная полиуретановая подошка. Подошва с разнонаправленным рифлением. Вот это очень важно. Это рифление позволит нам крепко стоять на ногах. А, кроме того, вот ты знаешь, на самом деле мы провели эксперимент, который я сейчас хочу показать. Вот оно, рифление. Интересно. Видишь, в разные стороны у нас направлено. Итак, суть нашего эксперимента начинается в том, что мы небольшой совершенно уклон горки, видишь, обработали специальным составом, он более скользкий, чем лед. Взяли обычный сапог, и так, ты видишь, чем у нас это закончилось. А потом взяли сапоги София, которые благодаря полиуретановой подошве, благодаря протектору совершенно здорово будут позволять вам стоять на ногах. Поэтому вы никогда не замерзнете, вы никогда ни в коем случае не будете скользить, и вы будете всегда здоровы. 5999 рублей бренд марка. Теплющие до минус 30. И под любые юбки, платья, брюки. И плюс еще три цвета. Слушай, можно несколько выбрать. Да, согласна. Да? У нас есть базовый, у нас есть темно-коричневый, горький, красивая, шоколад. Конечно же, у нас есть черный. Это тот, который я для себя сегодня выбирала. Ну и, конечно же, вот такие зимние вам сапожки белоснежки бежевого цвета. Ой, дорогие, скорее звоните, выбирайте. Предложение на много-много лет вперед, на 10 лет вперед, со скидкой 3600 рублей, с бесплатной доставкой и минус 10%, а так как день рождения на телеканале Шоп-н-Шоу.